Бравурчики, с вами Бишка. И сегодня у нас ролик по такой игре, как Бравл Старс. Точнее, не совсем по игре. Сегодня мы будем создавать превью в программе Ibis Paint X. Я вам все покажу и объясню, как создавать. Ну что же, переходим к ролику. Ребята, почему-то тогда я вам скажу. Мы заходим в программу Ibis Paint, ребята. И давайте смотреть размер. Нам надо поставить размер 70 на 720. Это обязательно надо делать, а то у нас получится размер не превью. Нажимаем импортировать изображение. И рядом тут можете выбрать любой фон, который вам нужен для ролика. Абсолютно любой. Я выбираю вот этот. У меня будет вот этот фон. Казалось бы, ну он вообще некрасивый. Ну, это мы исправим. Чтобы он подходил под наш. Настройка цвета, баланс цвета. И берем вверх, чтобы верх синему был. И делаем примерно вот так. Во, мне так нравится. И второй фильтр мы делаем. Это обыкновенное размытие. Точнее, гауссовое размытие. Это самое обыкновенное. Нажимаем. И вот у нас сразу размыть. Его желательно посильнее делать. Я вот на 37 сделаю. Вот вообще непонятно, как я считаю. Добавляем вот так текст. И пишем тут. Вначале я вам покажу, как добавить шрифт. Нажимаем шрифт. Вот у меня есть такой шрифт. Как его скачать? Плюс. И вот нам выдает бесплатные шрифты. Вместо них можно написать Marvin Round. Значит, Marvin, вот, раунд. И тут нам выдает Marvin раунд шрифт. Там скачиваем и все. Теперь давайте писать текст. У нас текст с прошлого моего превью кидало. И, ну, размер оставляем такой же. Как мне кажется, нормально, даже немного побольше, вот так. И делаем ему контур. Это у нас синий прям. Делаем вот такой вот голубенький. Я считаю, хороший. Вот, кидала. Добавляем второй слой. И вот так. Стал читеру. Вы там делаете свой текст, а я делаю вот этот. Это я вам говорю. И вот тут делаем белый. Вы можете также другие цвета подобрать. Но я использую вот на своем примере вот эти цвета. Теперь время делать это превью красивее, потому что, мне кажется, такое превью никого не заинтересует. Новый свой, кадрирование кидало. И делаем вот так, кисть. Трапециевидный 20%. И выбираем такую, ну, я бы сказала, немного потемнее этого цвета, который мы взяли. У меня, по всяком случае, это вот такой. Это вот такой, и вот делаем вот так, ребята. А, я, видимо, тот же взял, поэтому делаем вот так как-то. Смотрите, что у нас получается. Получается, смотрите. Получается градиент. Наши слои. О. Вот. Дальше, что мы с ним должны сделать? Фильтр. И делаем вначале тут у нас такую вещь, как обводка. И смотрите, что мы делаем. Ставим вот оригинальный цвет, который у нас стоит. И вот так делаем. Вот ручная, внешняя ширина 4, смотрите. Ставим вот так. Вот так. И текст кидала у нас готов. Теперь делаем стал читером. Кадрирование. И тут уже берем такой черный абсолютный цвет. Абсолютно черный. И нам внизу нужно его прямо аккуратно провести. То я бы не сказала про то, как я обвожу. Поэтому, ребята, если что,
Вы постарайтесь получше. Вот так. Опять же. Бок. У нас вот так получается. Дальше, опять же, фильтр, обводка, то и другое. Но в этот раз мы выбираем белый абсолютный цвет. Я реально забыл кое-что сделать. Одну вещь интересную. Это отбрасывание тени. Оно нам понадобится в обоих случаях. Только тут мы его вот, я уже поставил в серый. И у меня Риата, значит, это... Конечно, мы... Но, извините, это мой телефон. Вот, значит, стал читером. И делаем так же с кидалом. Отбрасывание тени. И делаем ему такой темно-синий, я бы сказал. Нет, вот такой. Вот так получается, мне кажется. Нормально. Получаем мы вот такой вот. Ну вот ряд соединяем все свои, и у нас получается вот такой текст. Это не все. Но мы уже переходим к финишной прямой. Обводкой то и другое. Выбираем цвет в начале ряда. Такой, я бы сказал, темно-синий. Но не такой, чтобы надо как-то замечать. Даже еще темнее. Во. Делаем внутреннюю, мы убираем. А вот внешнюю делаем большой. Вот такая, допустим. И еще раз делаем так же, обводкой то и другое. И тут мы ряда ширину уменьшаем до 5, где-то до 10, до 9, мне кажется. И делаем посветлее, вот такой, допустим. Не, надо... Вот так вот. И наше превью. Остался финальный шаг, это импортировать изображение. И тут это вы любого персонажа можете выбрать. У меня это, допустим, паладин Вольт. Ждем, пока загрузится все. И смотрим. Ищем. Вот, паладин. Пенч. Вот так. И вот так делаем. И вот, получается вот такое превью. Те же сохранить как PNG. И наше превью готово. Ну что ж, переходим к прощанию. Ну что же, вот и пора прощаться. Спасибо огромное всем тем, кто досмотрел до этого момента. Если ты досмотрел, а это очень вероятно, пиши кодовое слово «картошка». Спросите, почему? Я не знаю. Картошка, потому что картошка. Первое попавшееся слово. Ну что же, всем удачи и всем пока. С вами был я, Ванёк. И вы были на канале Узбежка Гейминг. Всем пока-пока.